Полтавском районе в 17-й раз состоялся розыгрыш межрегионального турнира по волейболу памяти Михаила Руденка. Соревнования проходили с 26 по 28 марта в спортивном комплексе «Юность». На открытии турнира «Почтить память уважаемого человека, спортсмена и земляка» собрались те, кто помнит Михаила Александровича – друзья, родственники и коллеги. В самом турнире принимали участие 7 сборных коллективов. В составах команд – административные работники и руководители районов области, которые уже много лет собственным примером привлекают жителей региона к занятиям спортом. Первая встреча турнира прошла между постоянными его участниками, сборной Министерства спорта и полтавчанами. Поддерживаем этот турнир, помогаем, оказываем содействие Полтавскому району. Но полтавчане молодцы, сохраняют память человеку, который любил спорт, который развивал здесь спорт. Михаил Александрович Руденок, которому мы как раз сегодня посвящаем турнир. Первые два периода игра была ровной, с отставанием всего в 1-2 очка. Но в итоге хозяевам турнира удалось обыграть равного по силе соперника. Четвертый год уже участвую в этом турнире. Доставляет огромное удовольствие, потому что мы встречаемся с представителями разных команд. И это смежные команды, где участвуют и мужчины, и женщины. И ты получаешь огромное удовольствие, находясь в этой всей атмосфере. В течение 3 дней команды выясняли отношения на спортивной площадке. В этом году лидерские позиции сменились. Если последние 8 лет удача была на стороне азовчан, то на этот раз победный кубок достался команде Русско-Полянского района. На втором месте оказалась сборная Полтавки, третье место заняла команда Марьяновского района. Межрегиональный турнир по волейболу памяти Михаила Руденка вот уже много лет объединяет людей активных, помогает привлекать местных жителей к занятию спортом и физической культуры. А главное, продолжает лучшие спортивные традиции Омской области.